Всем привет! В этом видео поговорим о том, что КАМАЗ выпустил огромный низкопольный автобус 6299 с гармошкой длиною 18 метров. Российский автогигант КАМАЗ, который постоянно расширяет свою производственную линейку, недавно направил в Москву для тестовой эксплуатации несколько новых огромных низкопольных автобусов 6299. КАМАЗ-6299 был разработан на производственной площадке в Набережных Челнах по заказу официального перевозчика общественного транспорта Москвы предприятия Мосгортранс. Период тестовой эксплуатации новых автобусов составит 2 недели, в ходе которых московские водители и пассажиры должны оценить удобство и комфорт нового КАМАЗа-6299, а также его топливную экономичность, надежность и управляемость. КАМАЗ-6299 относится к современному поколению автобусов 4А. Имеет низкий пол, необходимый для удобного и быстрого входа и выхода из салона автобуса, а также внушительные размеры. Его длина составляет 18 метров. Это позволяет удобно разместиться в салоне 162 пассажирам. При этом 44 места в салоне будут сидячими. Новый автобус повышенной вместимости оснащен двигателем в 340 лошадиных сил, а также топливными баками суммарным объемом в 400 литров. В новом КАМАЗе внедрена технология клининга, позволяющая наклонять кузов со стороны пассажирских дверей для облегчения посадки в салон автобуса. А салон, к слову, состоит из двух отдельных частей, соединенных между собой привычной нам гармошкой. Поручни в салоне оснащены кнопками для оперативной связи с водителем, а также имеют современные USB-розетки для подзарядки мобильных телефонов и других гаджетов. Новый автобус оснащен продвинутой климатической установкой для создания комфортного микроклимата в салоне. Повышенная шумо- и звукоизоляция обеспечивается за счет использования двойного остекления. Приборная панель автобуса оснащена жидкокристаллическим дисплеем с современной навигационной системой, а также набором внешних и внутренних видеокамер, передающих изображение на сенсорный экран, встроенный в мультимедийный комплекс. В серийное производство новый автобус при получении положительного заключения должен быть запущен до конца текущего года. Новый автобус планируют в будущем собирать на дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии. Мосгортранс станет первым крупным заказчиком новой модели 6299. Сегодня на улицах Москвы курсирует уже свыше 1500 автобусов и свыше 400 современных электробусов, созданных на производственных площадках российского КАМАЗа.